Quería darle una noticia muy linda para todos y es que a partir de hoy empezamos a comercializar nuestras 11 modelos de motos. Motos de calle, scooter, motos de 110 centímetros cúbicos y más adelante vamos a ir incorporando otros modelos más. Creo que es una buena noticia porque ya le vamos dando usabilidad a la moneda y tenemos un gran stock, o sea que espero que se prendan todos. La lista de precios, todo eso ya se va a publicar en el DealShaker, así que todos van a estar informados de cómo va a ser esta operatoria. Всем, кто сомневался и продолжает сомневаться, выкиньте немедленно эту вражескую мысль. Этот поселок станет эдакой моделью существования, функционирования цифровой экономики на Земле. Начинаем жить уже здесь, уже начало жизни. Будем топтать землю. Всем привет! Мы сейчас взяли машину в аренду, вот замечательную, на автомате. Сейчас едем вместе все на участок. One Village, One Life.
обнаружили целую семью цаплей, которые летают. Да, папа цапель, мама цапля и цыплятки, дети. И цап. А вот смотрите, обратите внимание, видите, вот этот небольшой овраг, мы хотим сделать пешеходную зону, чтобы максимально, ну, если у нас получится, опять же, с разрешения собственников земли, здесь какую-то зону, вон в той стороне, вот здесь метров 70-80 отсюда, мы можем сделать какой-то спа, уединенный комплекс, да, где, ну, с той стороны будет въезд, стоит, и, соответственно, вот в таком лесу можно будет гулять, отдыхать, заниматься дыхательной гимнастикой, благо есть дышать чем, да, здесь очень... И комаров нет. Комаров нет, воздух чистейший здесь. Смотрите, какое-то дерево интересное и шишечки на нем. Что это такое цветет? О, так это же хмель. Так, все, кто там у нас с пивоварней бреет? С пивоварней. Вот, хмель уже, пожалуйста. Хмель уже здесь самостоятельно. Хмельная плантация. Ура, супер. У нас тут есть все. Ван лайф. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления после посещения земли One Village, то, что вы увидели, поделитесь с партнерами, у которых, к сожалению, не получилось приехать на встречи. Начинать. Все было очень красиво. Во-первых, места очень красивые, воздух чистейший. Да, воздух, конечно, сказка. Можно вздохнуть, как говорится, полной грудью. Да. Я лично пошла на свой участок. Села там, я знаю на 100%, что я там буду жить. Это мое место, я уже знаю. Точно. Чудесная вода, речка, склоны чудесные, бобры живут, это большой показатель. А какие соседи! Да. Вообще замечательно. Всем, кто сомневался и продолжает сомневаться, выкиньте немедленно эту вражескую мысль. Приезжайте, и даже заочно поверьте нашим рассказам, еще другие будут выступления. Чудесное место, ближайшее Подмосковье, чудеснейшая дорога. Просто один светофор от Москвы, полчаса вы в Москве, что еще надо? Южная часть, земля невероятно красивая, окружение невероятно прекрасное. Все, что надо для жизни, супермаркеты, строительные марки, лицеи, школы, развлекательные учреждения, заведения, все у вас есть. Под боком, и вы счастливы. Все, спасибо за внимание. Вам лайк, вам кое. Спасибо вам. У нас приезжала в Челябинск, и еще без посещения земли смотрела на наш проект, присматривалась. Мы заключили договор в Челябинске, и сегодня Светлана у нас побывала на земле. Вот мы просим поделиться впечатлениями. Впечатление самое благоприятное, потому что удалось потоптаться, так сказать, по этой земле. И на самом деле очень хорошая энергетика, очень теплые какие-то такие энергетические потоки там идут. И действительно очень все как-то уютно, красиво, миниатюрно, воздух дышится очень легко. Я очень рада. Спасибо. Ну, вы как считаете, что те партнеры, у которых не получилось приехать, много ли они потеряли? Конечно, много потеряли, потому что, так сказать, нужно видеть в лицо там, где ты будешь жить. Это место нужно посмотреть, конечно же, до того момента, когда там будут возведены дома и даже начало каких-то работ. То есть нужно быть в процессе. Ну, как вы считаете, вот проект, который был у нас на бумаге, да, и который мы, о котором мы говорили на Ютубе, в интернете, земля стоит тех слов, которые мы сказали? Вы знаете, я думаю, что это превзойдет все наши смелые ожидания. Я так думаю. Я очень впечатлилась сегодняшним посещением этого пространства. И на самом деле замечательная территория, хороший ландшафт природный сам по себе. Но учитывая то, что какие там витиеватые там изгибы, вот, что там есть места, которые облагородив их, можно получить замечательную
на зону отдыха, общественную в том числе. И очень просто жить и наслаждаться там, где ты живешь. Это действительно того стоит. Это правда. Приехала с Челябинска, она наша землячка, посмотреть свой участок. И просим сказать пару слов о впечатлениях, об эмоциях, о самом участке. Ой, я не зря сегодня путешествие большое провела, и перелет длинный, тяжелый. Но я такое удовольствие получила. Я посмотрела воочию участок, ну, примерно мой участок, где будет стоять дом. Я это все представила, уже живу там, хожу там. Дети мои там и внуки мои там, дорогие мои, вот работы, конечно, там еще очень много, но это не на бумаге, там уже геодезические работы идут, там все спроектировано, все продумано до мелочей, там есть где будет и пожить, и погулять, и бизнес вести, очень проект заманчивый, интересный, я всем советую подключаться, а инициатором этого жилищного комплекса закончить эту работу в ближайшие сроки, чтобы валюта нас не подвела, чтобы все было хорошо. Спасибо вам за теплые слова. Спасибо вам. One life, one coin. Все, садимся. Всегда смотрим слева. Вот слева. Что-то у нас такое. Это спальня. Ага, это спаленка. Спаленка. Так. И на этом же этаже вот мы видим санузел. Санузел, да. Несколько. Дальше идем шаг еще раз. Слева. Что? Ну это да, какая-то подсобная комнатка, наверное. Понимаете, надо же куда-то деть, наверное, колесо. Эскурпуль приехал с Украины, у него дом 120 квадратных метров. Нам говорят, что там бедные люди страдают. А он сейчас вам расскажет, как живут. Так, кухонька неплохая. Вот хороший, пожалуйста, утренний барик кофе или там салатик, или что-то такое. На лестнице. Боже. 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 Что там делаете? Замуровали. Наверное, поселились в каморке у папы Карла под лестницей. Ищем там золотую дверь. Сначала. 160. Нет, и 100 квадратов еще есть. Да. А вот изгородь вообще зеленая, вообще красота. Будет создана уже в конце сентября, начале октября 2018 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы провели замечательный день с нашими партнерами. И к нам приехал Игорь Валентинович в наш клубный поселок. Я с ним сегодня первый раз увиделся. Познакомился уже, как говорится, лицом к лицу, потому что все в интернете, все на ютубе, а здесь уже непосредственно у нас прошла очная встреча. И очень было бы интересно узнать мнение Игоря Валентиновича о нашем проекте спустя практически целый световой день погружения в сам проект, в то, что мы съездили, посмотрели землю, то, что мы предоставили VR, познакомились лично с партнерами. И вот хотелось бы от Игоря Валентиновича получить обратную связь, поэтому мы вот и подвели его к этому. Здравствуйте, дорогие One Life земляки. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие представляет интерес не только для нас, будущих соседей по подмосковному дачному поселку, который называется Ванделич. Ну и вы, многие из вас наверняка проявляют интерес к ним, потому что мы первые, кто переселяется в цифровую экономику на землю. Туда, где все финансовые расчеты будут проводиться в криптовалюте OneCoin. То есть этот поселок станет эдакой моделью существования, функционирования цифровой.
цифровой экономики на Земле. Я думаю, на первый взгляд это покажется, что мы второй раз наступаем на одни и те же грабли. То есть мы повторяем идею социалистов-утопистов. Может быть, вы помните, мы когда-то учили в институте Сен-Симон, Шарль-Фурье, Роберт Мор. Эти люди в свое время создали коммуны, чтобы воплотить на практике идею жизни в коммунистическом сообществе. Но наш криптопоселок имеет два принципиальных отличия от тех коммун, которые создавали социалисты-утописты. Во-первых, мы не против частной собственности. Мало того, мы приехали сюда для того, чтобы уже практически оформить свою собственность, эту землю. А во-вторых, мы за рыночную экономику. Мы только хотим заменить в рыночной экономике деньги криптовалютой ванкоин. Я думаю, что эта идея, конечно же, будет развиваться и развиваться успешно. Мы просто-напросто переселяем из интернета на землю то, что уже функционирует, развивается успешно в течение полутора лет на торговой площадке DealShaker. То есть мы будем все наши расходы оплачивать криптовалютой OneCoin, начиная от постройки дома, коммунальные услуги, питание, развлечения, покупки в магазинах. Так что мы будем тратить OneCoin и экономить наши деньги, потому что деньги пока еще никто не отменял. И наш интерес совершенно понятен. Но вот почему продавцы уже сейчас отдают свои товары за криптовалюту OneCoin, хотя они пока не могут ее продать на криптобирже? Вот на этот вопрос не могут ответить даже многие владельцы криптовалюты OneCoin, не говоря уже о тех людях, кто только краем уха что-то слышал о нашей платформе. Продавцом, предпринимателем движет чистая коммерческая выгода. Никаких утопических идей, никаких абстрактных концепций. Вот я продавец, я продал свой товар, я получил OneCoin. Я могу на криптобирже за эти OneCoin купить другие товары или какие-то комплектующие для своего производства. Любое производство, движущей силой любого производства является создание прибавочной стоимости по схеме товар, деньги, товар. Я могу в этой схеме деньги заменить криптовалютой в OneCoin. Я буду экономить деньги, я буду вкладывать в свое производство криптовалюту в OneCoin. Так что у меня тоже есть абсолютно реальный, уже сегодня реальный, и абсолютно конкретный интерес, выгода. Я вам сейчас назову одну цифру. Дело в том, что ежедневно на торговой площадке DealShaker товарооборот совершается купли-продажи на сумму 5 миллионов евро. А за первый год товарооборот 2 миллиарда евро. Вот конкретный интерес меня как продавца. А уж когда криптовалюта будет продаваться, то у нас в поселке жизнь закипит. К нам будут ездить толпы любопытных, чтобы посмотреть, как здесь все функционирует. И вот этот первый шаг к этому нашему будущему мы сегодня и сделали. Поэтому я не только всех моих будущих соседей, но и вас с этим поздравляю. Спасибо, Игорь Валентинович. Спасибо. Сегодня мы были на участках, видели, как будет размежевано, то есть походили по своим участкам. Я показал участок своему будущему соседу Игорю Валентиновичу, показал другим партнерам, где я буду проживать, я буду строить дом. Многие партнеры знают теперь, как ко мне прийти в гости, как прийти в гости к Игорю Валентиновичу. Мы походили по берегу реки, которая протекает на север, на севере нашего международного клубного поселка One Village. И сегодня же мы познакомили наших покупателей, наших партнеров с продавцом, с компанией, где вот мы сейчас находимся, в этом замечательном здании. И узнали от первоисточника, как все начиналось. Вот.
Большое спасибо за ваши слова, за ваше мнение, за вашу обратную связь. Мы это очень ценим и надеемся, что наш проект будет поддержан прежде всего желанием людей также развивать наш проект, потому что мы уже говорили о том, что это наш общий проект, это не только проект меня и Игоря, это проект именно наш коллективный партнеров One Coin, One Life и прежде всего One Village. И, да, мы хотим еще сказать, что многие партнеры сегодня увидели этот проект с другой стороны, и в ближайшем будущем будет создано товарищество собственников недвижимости One Village, где будет выбран председатель, будет выбрано правление, будет выбран совет нашего товарищества собственников недвижимости, и мы будем принимать решения коллегиально. Это очень важно для нас, для всех, что мы будем принимать решения все вместе и будем решать, что нам строить, как строить и на какие средства. Вы что-то хотели еще? Нет, я только хотел сказать, что почему-то благодарность вся мне, хотя на самом деле вот два мотора, две движущих силы, они дали идею, у них загорели глаза, и вы бы видели, как горели глаза у моих партнеров сегодня, те, кто гуляли в этой виртуальной реальности и видели то будущее, которое ребята как режиссеры, сначала у них все это родилось в голове, и они передали эту идею всем нам. Мы верим в это. Спасибо большое. Спасибо. Передаем всем привет и приглашаем всех в международный клубный поселок One Village.